На уже традиционный автопробег по местам боевой славы отправились активисты мусорской организации «Белая Русь» совместно с работниками машиностроительного завода и воспитанниками клуба военно-патриотической реконструкции «Поиск». Маршрут в этом году проложили от Мозыря до Светлогорска. И вспоминали наступательную операцию «Багратион». Наш автопробег организован, приурочен к крупномасштабной военной операции «Багратион», которая явилась основополагающей при освобождении Белоруссии, также части Польши, Литвы и Латвии. В нем участвует районная организация «Белая Русь» города Мозыря, Калинковича, а также Светлогорска. Маршрут каждого автопробега тщательно продумывается. Посещенные места хранят память об участниках Великой Отечественной войны и событиях тех далеких страшных лет. Для подрастающего поколения участие в проекте становится наглядным и очень интересным уроком истории. В этом году наш машиностроительный завод впервые участвует в таком автопробеге. Я думаю, что это замечательно. Почему? Потому что помнить о военных действиях, о том, что вот именно благодаря кому мы живы сегодня, мирное небо, это очень замечательно. И я думаю, что погода – это замечательно. Это значит, наверное, небо плачет в этот день именно о тех солдатах, которые вот погибли, защищая нашу Родину. Отправной точкой стал мемориальный комплекс «Курган Славы». После возложения цветов отправили в сторону Калинковичского района и закончили уже в Светлогорске. Состояться мероприятию не помешал даже проливной дождь. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цирулик, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».